пойдет игра. Ставим сразу запись. Доброго времени суток всем, с вами Слимка, с вами AGHL TV. С нами новый дем чемпионата Грэмми. Насколько я знаю, уже не групповая стадия, стадия плей-офф. Точно узнать мне, к сожалению, только что не удалось, так как самого Грэмми не зашел он в ТС-ку по непонятной причине. А мы сейчас начинаем смотреть войну команд Chemistry и команды Вон. За Вон мне не успелось понаблюдать, но Chemistry уже себя более-менее так зарекомендовали в турнире. В моих глазах, скажем так. Так, и Хирург у нас быстро проходит под А. А остальные ребята, очень медленно играют, не стараются куда-то выйти. В принципе, это и правильно. Мне тут какие-то идиоты флудят. Приват, надо было закупить. Так, ребята по таймингу собираются у нас под Б зайти, я смотрю, тут с разводом на Ванадиум заходит. Да, и сразу будет ставка, но очень аккуратно нужно сбоку здесь заходит. Слайдер разбивает ему просто голову. Хирург убивает у нас Феймоса, посмотрим, что будет делать Плюмбом. Гетто убивает Эверласта. Еще Хирург делает фраг. Так, чего ждет нас Плюмбом? Посмотрим пока за Хирургом. Он как-то тут устраивает какой-то экшен. Ставит он сейчас пакет. И Платинум контролит. Плюмбом увидел своего соперника. Убивает Гетто. Еще видит он Америку. Все-таки убила она. Так что Плюмбома. И Хирург сразу контролит уголок с Платинумом. И Платинум делает килл. Молодцы, ребята взяли первый раунд. Я бы сказал, в принципе, без напрягов даже. Никакого тут мега жесткого экшена или разрула не было. Смотрим дальше, что будут делать ребята. Ребята решают пойти, я смотрю, в пятером сейчас будет, по-моему, атака на А. Очень быстро они передвигаются. Так, Хирург сразу летает на ящик. Также это делает Плюмум. И, да, чекая такие, скажем так, стандартные точки. Ребята заходят под А. Так, с ящика проверяют туннель. Тут перестрелка на планете. Хирург делает хил. Еще Хирург хил. Боже, не успеваю следить за этим парнем. Он, как всегда, просто крошит всех. Стрельба у нас еще была с Платинуму. Двоих сбривают. Так. Откидываются ребята из команды Chemistry. Сейчас Гетто тут хотел заходить, но Верлас подрывал слайдера. И 2 в 1. Нет, 2 в 2. Еще есть оп-нот, он очень красный. Что-то непонятно, как-то простреливает. Хирург сделал килл. И Эверласт сбривает оф-ноут, у него было мало хп. Молодцы ребята, второй раунд за ними. Учитывая то, что они играют за сложную сторону на этой карте, на самом деле. Ну, вообще тут, по идее, везде красным сложнее играть. Так, посмотрим, не лагает ли наш стрим. Качество вроде в порядке, но я небольшие спайки вроде вижу. Но они вроде незначительные. Надеюсь, что их не будет. Так, ребята опять на А прорываются. Гетто уже сделал фраг. Смотрим за Плюмбом. Пытается он там на ящике, смотрю, увидеть типа. Там как раз Америка где-то кроется. Так, Плюмбом за... Гетто еще делает килл. Так, Эверласт и Ванадиум пытаются по туннелю очень тихо под контролом пройти. Эверласт не понимает, что тоже надо под контролом. Через звуков пути. Америка еще убивает Ванадиума. Ждали их в туннелях. И остаются они 2 в 5. Пожелаем ребятам удачи потащить. Но где-то убивает еще Платинума. Эверласт остается последний. Пытается он что-то сделать тут, но он там... 1 в 5, что ты еще скажешь. Так, загоняют его уже с Валерой. С ножом. Он делает один фраг. Второй фраг, к сожалению, не удалось сделать. Еще становится 2-1. Так, поехали дальше. Что-то смотрю, уже никто привет не хочет передавать. Хирург опять подходит у нас под А. Контролит он лестницу. Посмотрим, что будет делать этот товарищ. Тем временем, как ребята все контролят лестницу под Б. Так, дым идет. Плюмбом убивает. Закидал тут дымом я Хирург. Залетает. Гетто уже отстреливает. Верлас убивает Гетто. Хороший выпад от Хирурга. Убивает он Америку.
Посмотрим, что будет делать Платинум. Тут перестреливается. Ага, Ванадиум делает еще килл. Платинум закидывает плента, чтобы с него никто не вышел. Там типок, который обычно контролит ящики. Но там уже кто-то из синих прорывается. Ага, остался один Make Famous. Make Me Famous. И он находится фактически на распил красных. Вот Платинум его тут контролит. К нему еще подходят ребята. И выходят они все вместе фактически. Да, вот сейчас они так пытают откидываться. Make Me Famous. MMF. Так, Ванадиум там вроде в спину идет. И тут дымок, он решает пойти в дым. Убивает одного. Но второго убить не удалось. И счет становится 3-1. 3-1 в пользу команды Chemistry. Мне говорил Грэмми, что тут вроде двойной состав. Ну, точнее, два состава. И сейчас я так понимаю, что играет первый состав. Минуточку, мне нужно убрать одну фигню, которая постоянно выползает от Яндекса. Не знаю почему. Ой, очень мало народу у нас сегодня, ребят. Наверное, все-таки Intel Extreme Master смотрят. Надеюсь, что вы людей подгоните, скажем так. И будет намного больше народу смотреть. Ну, я на это надеюсь. Как будет на самом деле, я не знаю. Ванадиум успел сделать фраг. Смотрим за Плюмбовым. Его тут сбривают, где-то делает килл. Ванадиум убивает Америку. Платинум тут, понятно, ждет, пока проедет поезд. Мегахирург еще фраг. Блин, хорошо, красавцы, ребята делают киллы в жбаны. Но МММФ отвечает, убивает Платинума. Вот он только что видел своих соперников. Очень осторожным ему надо быть. Граната. Так, и хирург где-то там на Б будет ставить пакет, да. Сейчас приедет поезд прям к МММФу. Вот он едет аккуратно за... Да, вот аккуратно он, в общем, пытается выцелить кого-то, посмотреть. Никого не видит и пойдет сейчас... Вот, видел. Только что будет убивать... Стреляется он с Эверласт. Но там один ХП убивает Эверласт, остается хирург. Хирург убил Гетто тем временем в голову. Еще Ванадиум приходит в спину и все-таки хирург забирает этого чувака. Сейчас у нас 4-1. На карте метро. Да, зрители, конечно, сегодня катастрофически мало по сравнению с прошлыми разами. Кому-то, видимо, стоит пофлудить или просто отписать на страничке у негатива. Плюмом делает килл. Ну, расстановка, как всегда, у ребят одинаковая. Каждый раунд делают они одно и то же, как бы. Вот хирург сейчас пойдет в атаку, скажем так, да. Хирург уже идет. По красоте, так, чекает он, как раз там поезд проезжает. Стреляются с Гетто, Гетто сейчас, по всей видимости, убьют. И он слайдер стоит, Гетто убивают. Так, чекает, все, у нас хирург, видел, по-моему, из типа. Слайдера, там еще где-то Плюмбум, непонятно, как они там вдвоем находятся, на самом деле. По карте, мне непонятно. Так, расстреливает он, кидает гранату, как раз там перестрелка, и... Ого, как же неосторожно, ребята только что поступили, их сбивает поезд. И это увеличивает шансы команды. Под названием Вон, полное название я сейчас, конечно, прочитать не могу. Увеличивает, в общем, их шансы на победу в этом раунде, но все-таки нет. Эверласт делает килл. И остается опять MMF1, Make Me Famous. Бомбы ставят на А. И сразу же туда как бы рвется Famous. Не торопится. Видел он Эверласта. Ого, делает хэт, ну, по-моему, очень зря. Нужно быстро идти. Бывает здесь, типа он сидит на стандартной точке, как всегда, за пультом управления. Пытается стреляться, делает фраг, и надо на морозе дефузить, но не делает этого Famous, и очень зря. Вот, наконец, на морозе. Ну, тут уже Плюмбом заходит, и... Ай-яй-яй, надо было на него идти. Да иди, убей. Платинум очень хорошее движение сейчас делает. Может не успеть? Успевает. Хорош, Платинум. Очень правильно сделал. Ванадиум передает всем привет. Ванадиум, с тебя уже 5 рублей на мой счет. Конечно же, шутка, но, как я уже говорил, со следующего раза, скорее всего, введем такую вещь, как платные передачи приветов. Так как у нас все-таки эфир, хоть не телевизионный, но эфир, тем не менее. Потом еще записи смотрят, так что, ребята, готовьте рублики. Так. Ну, тут, в принципе, ничего абсолютно не меняется. Вот сейчас под поезд начнет выходить хирург, как обычно, по таймингу. Ой, Гетто убивает Эверласта. Ой-ой-ой, какие размены. Остается Плюмбом и Ванадиум. Один идет он на Гетто, там снайперка, поэтому можно легко убивать. Ну-ну, давай, добивай. Остался Глок. Боже, Гетто все-таки делает этот килл. И
вообще раунд фактически в сухую, только что фейлонули ребята, ну и плюс не исключается тот вариант, что уже выкупили точки, ну и как действуют у нас ребята из команды Chemistry, так что вон сейчас будет стараться делать какие-то антидвижения, антистраты возможно. Ну, посмотрим на продвижение. Сейчас ребята решили быстро идти на А. Так, флюмом залетает. Ой, увидели Америка. Америка успел взорвать. Да и сейчас флюмом, по-моему, успеет взорвать. Нет, ну, у него 2 хп, тем не менее. Ой, как у него получилось, по-моему, через стену вообще дать хитшот только что МФу. И тут жесткие размены. Хирург делает. Посмотрим еще за платином. С хирургом они фактически в самом метро. Так, видит Гетту, стреляется. Стало 54 хп. Контролит его платину. 38. Так, ну вместе с хирургом лучше бы спустили, или боже, 6 хп. Какой же он живучий. Так, хирург проходит на плент. И тут сейчас как раз Гетта будет залетать. Нет, Эверласт не дал убить. И не знаю, что здесь. А, нет, не здесь. Это у меня тут гемовская просветка ников немножечко, конечно, дезинформирует. Эверласт делает еще один килл. И у нас последний остается Creep of Note. Будет он заходить с левой стороны, да. С левой стороны для КТ, в смысле, если с их стороны смотреть. И он с по 90, товарищ будет пытаться хоть что-то сделать. Но тут ребята очень хорошо рассиживаются. Один в трубе и 2 на бланте. Вот один. Но тут без шансов. Эверласт просто тащит раунд. Как и хирург, они очень хорошо тут набивают фраги. Счет становится 6-2 по раундам. И... Ой, сори, написал левый тут. И это последний раунд перед сменой. Будет ли это 6-3 или будет ли это 7-2. Конечно, лучше бы было для команды вон, чтобы это было 6-3. Так что из этого счета еще как-то можно как бы вырлиться, потому что из другого счета уже посложнее. Но тут Creep of Note очень торопится и может поплатить за это. Но ребят, по-моему, не ждут. Не ждут его. Нет, таки ждут. Правильно делают. Контроля, деф. Плюмом убегает, добивает. И это очень хорошие... можно так сказать, стратегия от команды красных, то есть от Chemistry, потому что ну, выжидание, оно на самом деле очень помогает, так как синие начинают мешкаться, не понимать, где атака, начинают чекать. Ой-ой-ой-ой! Плюмбу прострелял фактически обойму из-за уга в... как его... в решетку, которая просто не выехала. Хирург открывает серию фрагов. А нет, я ошибаюсь, их уже сделали пару фрагов. Вот, ну что, ребята хотят порезать, по-моему, идут они на аплент, но их вот этот Гетта остановил, и сейчас его убивает Ванадиум. Остается 1.5 ММФ, он тут тащил команды фактически, и, ну, тут как бы без шансов, да, ну, без шансов, с трех сторон расстреляли. 7-2, это смена. Это смена, товарищи. А почему бегут? Стоп. Смена. Ау, народ. Смена, все правильно. Вот. Так что у нас сейчас смена. Будем смотреть мы за второй стороной. Ну, тут, по сути, 3 раунда всего осталось на карте метро. Команде Chemistry, поэтому... Поэтому что тут еще скажешь? Тут, в принципе, первая карта точно без шансов отдается команде Chemistry. Хотя, кто его знает, может сейчас за синих они будут отдавать раунды и так далее, и игра вообще перевернется, но это мы, конечно же, увидим попозже. Пока что так. Грэмми почему-то так и не зашел в ТС-ку, хотя он мне... Ой, ну понятно, короче... эту жесть. Ну что ж, поехали, ребята. Ждем начала игры. Точнее, второй стороны. Итак, начинается вторая сторона. Посмотрим, как теперь будут действовать команды, так как они поменялись сторонами, синие, красные, все дела. Ну что, ребята решили из красных быстренько-быстренько пойти на Б.
Хотя нет, я ошибся. Нет, они передумали. Они передумали и идут быстро на А. Итак, а там их уже Плюмбум ждет. Как минимум на одном входе. Америка убивает Платинум, Плюмбум все-таки сдерживает. Убивает одного, второго. Молодец, молодец. Но Феймос и Гетто разменивают их. Остаются в 2 в 2. Так, это он убит. Ой-ой, кто-то, видимо, не появился или уже перезашел, так и не понял. Мегахирург делает краш. Краш пишут, поэтому сейчас мы будем выходить. Но этот раунд доигрывается. И его, скорее всего, все-таки выиграют химики. Да, раунд доигрывается, мы выходим. Ставим, наверное, 8-2. Ну, хотя мы сейчас с ребятами еще раз переговорим буквально секунду. Да, засчитываем мы 8-2, все-таки химики взяли. Непонятно. Ну, может, я неправильно поступил, но все-таки я считаю, что раунд был сыгран. Краш произошел уже во время начала игры, по-моему. Сейчас точно спрошу. Просто это сейчас отслеживать все и вспоминать, конечно, на самом деле... трудновато. Ну, и остается, в общем, один раунд. Все, пришел Creep of Note. Все готовы, начинаем. Так, я смотрю, у нас немножечко людей поднабралось. Давайте, ребят, зовите всех. Стрим, все дела. Всем будет очень интересненько. Я надеюсь. Ожидаем мы готовности Мегахирурга и Плюмбума. Что-то задерживается, ребята. Может, кому закурить захотелось. Ну что ж, наконец-то идет отсчет. Досмотрим мы вторую сторону. Так, я надеюсь, я не забыл на запись поставить. Я быстренько сейчас еще раз проверю. Вроде я сразу ставил запись, но кто его знает. Ой, забыл. Нет, все ок. Ну что ж, смотрим. Опять краш, нет? Да нет, все на месте вроде. Смотрим пинг. Да, пинг, конечно, не у всех хорош, но тем не менее, крашек ни у кого не было. Начинают люди играть. И опять ребята двинулись в сторону А. Посмотрим, как принимать сейчас будет, кто у нас там, Платинум. Платинум сбоку. О, Эверласт, какая граната еще. Платинум кидает гранату. И один человек из команды Вон решил пойти все-таки, а Феймос... Ой, Эверласт разбил поезд. Феймос и Гетто решили как бы остаться на центре карте, почекать, посмотреть. Вот видите, Хирурга, но Хирург дает первый жбан. Не успел где-то что-нибудь сделать. 2 в 2, Хирург очень красный. Ребятам нужно, я думаю, еще выждать паузу. Ой, Хирург убивает Creep of Note. И 1-2 у нас остался ММФ. Пойдет он сейчас через трубу, я думаю. Хотя нет, он вообще что-то на раз пошел, как-то чекать непонятно для меня. Ну, решил он выжидать, он думает, что его сейчас поджимать начнут. Ну, по сути, да, зачем? Синим это не надо делать. Ну, хотя ребята по неопытности могут начать делать глупости, пойти сейчас к нему на респ и умереть от его же рук, скажем так. Ну что ж, решил ему выдвинуться, все-таки идет он в трубу, которая не разбита. Кидает он грену и уходит обратно. Такой мини-разводик, скажем так, делает он. Ну, мегахирурга не разведешь, он все равно ждет. Вообще, ждет так не палевно, скажем. Будем смотреть исход этого раунда. Осталось всего минута 10 секунд. И не знает, что здесь хирург. А хирург сейчас мега движение какое-нибудь сделает. Посмотрим, что это будет. Так, не понял. Ага. Не прочекал таки. Хирург молодец, потащил раунд. Очень хороший маневр он сделал, спрятался. Никто его там не ожидал вообще увидеть. Сейчас у нас 9-2 и матчпоинт для команд Chemistry. Посмотрим, с какого раза у них получится это очко взять.
Я пока гляну, как у меня с плюсиками на... Ну, все так же, 41 плюсик на СК2 ТВ. Так, тем временем убивают уже крипов нот кого-то из химиков. Гетто отвечает, убивая хирурга. Точнее, не отвечает, так сделает килл. Поезд раздавливает верласта. Какой-то вообще неудачный раунд для команды Chemistry. И Platinum просто остается один. Он возле А, ему как бы нечего делать. Не знаю, как тут тащить. Я бы на его месте сейчас спрятался, я кого-нибудь выждал. Потому что на по-любому кто-то пойдет. Вот, да, вот в этом месте. Сейчас не будет его чекать. Во. Не, так и чекнули, но... Но ему надо было убивать. И первый свой матчпоинт они не реализовали. Не реализовали, господи, язык заплетается. 9-3. И еще целых 7 матчпоинтов команды Chemistry. Я не знаю, надо по-любому их реализовывать, так как не реализовав, тут будет, конечно, это будет очень... туго, глупо и так далее и тому подобное. Решают ребята под А пойти, их тут со всех сторон атакуют, Platinum контролит. Call of Note уже вышел, посмотрим, как Platinum принимает вместе с Плюмовым. Так вот, Плюмовым стоит издалека, Америка уже делает килл, потому что он взял снайпу. Так, ну, стоит тут очень аккуратно Плюмовым, ждет на вход. А тем временем ребята стоят все там же, никуда не суются, не рыпаются. Так, Эверласт убивает крипов нота, Эверласт еще делает килл, еще, боже, как я пропустил это. Эверласт просто ворвался и дал минус 3. Красавчик. Ну да, тут Блэк Аук. Он точный. Так, стреляется он еще с Геттой. Не добил, там мега хирург ему помогает, у Гетта всего 5 хп, но он успевает сделать килл. И Эверласт в атаку, это минус 4. Решает он уйти в трубу. Прочекать, точнее, ее. Так, тут Плюмов заходит. Платинум уже стреляет, по-моему, с ММФ. ММФ его убивает, и Плюмов заходит. Боже, еще один килл. И один в один. Боже. ММФ просто разруливает ситуацию. Это жестко, конечно, ребят. Ой, и... Да-да, слышал. Оверлас сейчас будет контролить на пропроект, но... Да, ММФ как раз туда идет. Хороший маневр сейчас от Эверласта. Будет смотреть вниз, увидел. И стрельба. Да, молодец. Эверласт сделал минус 5 в этом раунде. Затащил раунд. Выиграли они, наконец-то, первую игру в этом